Ресторан «Прайм» вновь открыл свои двери для постоянных посетителей и новых гостей. Как и прежде, в уютной атмосфере можно отведать изысканные лакомства от шеф-повара и заказать освежающие напитки. По будням с 12 до 15 часов ресторан «Прайм» ждет саровчан на бизнес-ланч с блюдами на выбор по ценам «Прайм-кафе». К услугам гостей обновленное меню, где каждый сможет найти блюдо по вкусу. То есть у нас представлены салаты мясные, салаты овощные, крем-супа, которые легкие, есть супы, которые на мясном бульоне. Из горячего есть рыба, курица и мясо. То есть я считаю, что каждому гостю найдется, что выбрать. Дмитрий – частый гость ресторана и кофейни «Прайм». С нетерпением ждал возобновления работы. Для него ланч в «Прайме» – прекрасная возможность провести обеденный перерыв в приятной обстановке и насладиться любимыми блюдами под расслабляющую музыку. Готовят здесь хорошо, неплохо. Выбор достаточно большой, поэтому сюда и ходим. На первом этапе выхода из ограничений, на котором все еще держится Нижегородская область, заведения общепита могут работать только с соблюдением норм и правил Роспотребнадзора. Гость, который к нам приходит, должен войти до столика в маске. Это обязательное условие. За столом гости располагаются не более 4 человек. Мы столы расставили на расстоянии безопасном. Поэтому у нас все нормы соблюдаются. Антисептики у нас стоят на всех столах. На входе есть маски, на входе есть антисептики. То есть кто-то пришел без своей масочки, можно без нашего напоминания надеть. Требования, которые власти выдвигают ресторанам, не всегда понятны. Например, не предусмотрены ситуации, когда заведение посещает многодетная семья с маленькими детьми. Кому-то из тех, кто живет бок о бок, под одной крышей нельзя находиться за одним столом. Однако, если клиенты не будут соблюдать правила, ресторан закроют. Между тем, в регионе снижается количество вновь заболевших. Не за горами второй этап и дальнейшее снятие ограничений. Возможно, уже скоро ресторан заработает в полном объеме. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.